На диспетчер ОДВ поступил вызов, что по адресу площадь Лейца 7 производится горение крыши. По данному адресу выехали по повышенному номеру, по номеру 1 бис. По прибытию был номер 1 бис отбит и работал 3 автоцистерны. По прибытию первых подразделений крыша горела на площади 15 на 12 метров. На пожаре работало 4 ствола, 2 ствола Б подано на тушение и 2 ствола Б подано на защиту здания. В момент локализации площадь горения была 15 метров квадратных. Площадь горения была 15-20 метров квадратных. Там кто-то пострадал, нет? На здании находился один пострадавший, который был передан сотрудником скорой помощи 102.